Додо закопался так глубоко, что видно только один хвост. В яме выкопал яму. Цыпленок совсем обнаглел, начал вырывать куски у Додо, разбирать на запчасти. Теперь стало голову видно. Курица подошла разбирать петуха, откапывать его. Ёх ты мой дорогой, выходи быстрее. Хватит дышать пылью. Все ко мне побежали. Увидели, что я снимаю. Ну, наконец-то ты начинаешь съемку видео. Ну, давайте крупным кадром. Крупным планом, да? Вот так. Додо сбросил лишние пылинки, чтобы быстрее бегать. Правильно, правильно. Арсений Селезнев зверобой. Додо и его приключения в течение 1,5 минут. Пока.